Морошенька помогает же. Дай маленький кусочек, маленький, дай кусочек. Не так надо, чтоб сперло. Его надо на три части вот это поделить. Ей же важно именно спереть. А то она у тебя нож унесет. Маленькие крупиночки давай ей, а то это... Вот куриные крылышки она вот так тырит, она не ест курицу вообще. Но тырит. Она там что, схватила? Вроде уже что-то схватила, но глазами понимает, еще нет понимания, что добыча уже... Другую лапу, причем другую лапу мы очень долго тренировали, он до сих пор... Я не победил другую лапу. Нет, я победила, причем как-то это спонтанно. То есть я ее там периодически, там другую, я уже и в левую руку вкусняшку, я уже и за левую лапу вот так вот. А потом он просто хоп и дал левую лапу. Это жилку ты отрезал? Или жирок? Жилку. Ну дай ей жилку. Ну вот это вот мясное что-то. Ha ha ha.